гора Большое Псеушко, она же Пеус. С горы открывается потрясающий вид на горы главного Кавказского хребта, похожие на смятую зеленую бумажку. На горизонте виднеется синяя полоса Черного моря. На юго-востоке – Лаганакское Нагорье. На ее склонах берет начало река Шипси. Гора Большое Псеушко расположена на юге Туапсинского района Краснодарского края, в 7 километрах к северо-западу от аула Большое Псеушко. В этом ауле проживают гордые шапсуги, сохранившие свой быт и своеобразную культуру. Высота горы достигает 1100 метров над уровнем моря. Это наивысшая точка Туапсинского района за пределами главного Кавказского хребта. Лесная дорога с перевальной точки уходит на запад по гребню хребта, выводящего на вершину горы Большое Псеушко. Грозный массив с крутыми травянистыми склонами кажется каким-то далеким и почти недоступным. Однако умная дорога, обходя трудные участки, постепенно и незаметно набирает высоту. Подъем на вершину горы занимает 2-2,5 часа. Свое название гора Псеушко получила, по-видимому, от реки, у истоков которых она располагается. Название реки переводится как «прозрачная река». Местное адыгское население гору называют Пеус, что в переводе с адыгейского означает «сидящая у начала». В связи с этим в литературе и туристских картах гора также часто упоминается под названием Пеус. Особенностью данной горы является ветер, и, скорее всего, по этой причине здесь так мало деревьев и кустарников. Вокруг горы, как на шее ожерелья, рассыпались белые камни. Эти необычные скальные уступы создают иллюзию каменной лестницы, только высота этих ступеней в половину нашего роста. Далее маркированная дорога идет по гребню хребта, по которой можно выйти или в долину реки Шипси, или к железнодорожной станции Кирпичной.